Всем пупсикам хай, Артём Доу на связи. В этом видео мы посмотрим на Грин Хилл в Сонике, в Майнкрафте без модов и с, и решим, где же все-таки лучше. Ну а в конце я делаю свою карту Соника без модов и приглашу туда трех самых лучших игроков, чтобы они прошли карту. Начнем мы с оригинального Грин Хилла. А оригинальный Грин Хилл весьма неплох. Теперь давайте же посмотрим на Грин Хилл в Майнкрафте без модов. Ну и самое, наверное, крутое, это Майнкрафт с модом на Соника. А, и кстати, вот этот паркур взят с канала Топ Геймплей. Хз, зачем я сказал, но ладно. Ну и как я обещал, я построю свою карту.
Because